Айзек Азимов. Хоровод. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин-кафе на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в описании. Одно из любимых изречений Грегори Пауэлла гласило, что паника до добра не доведет. Поэтому, когда потный и возбужденный Майкл скатился ему навстречу по лестнице, Пауэлл нахмурился. «В чем дело?» — спросил он. — Сломал себе ноготь? — Как бы не так! — задыхаясь, огрызнулся Донован. Он перевел дух и выпалил. — Спиди не вернулся! Глаза Пауэлла широко раскрылись, и он остановился, но тут же взял себя в руки и продолжал подниматься по лестнице. Он молчал, пока не вышел на площадку, потом спросил. — Ты послал его за Селеном? — Да. — И давно? — Уже 5 часов. Снова наступило молчание. Вот дьявольское положение. Ровно 12 часов они находятся на Меркурии и уже попали в такую скверную переделку. Меркурий всегда считался самой каверзной планетой во всей Солнечной системе, но это уже слишком. Пауэлл произнес: «Начни сначала и рассказывай по порядку». Они вошли в радиорубку. Оборудование, ее нетронутое за 10 лет, прошедших с первой экспедиции, уже слегка устарело. Для техники эти 10 лет значили очень много. Сравнить хотя бы Спиди с теми роботами, которых производили в 2005-м. Правда, за последнее время достижения робототехники были особенно головокружительны. Паул осторожно потрогал еще блестевшую металлическую поверхность. Все, что было в комнате, казалось каким-то заброшенным и производило бесконечно гнетущее впечатление. Как, впрочем, и вся станция. Донован тоже это почувствовал и сказал: «Я попробовал связаться с ним по радио, но безо всякого толку. На солнечной стороне радио бесполезно, во всяком случае на расстоянии больше 2 миль. Отчасти поэтому и не удалась первая экспедиция. А чтобы наладить УКВ, нам нужна не одна неделя». «Оставим это. Что же все-таки ты выяснил?» «Я поймал немодулированный сигнал на коротких волнах. По нему можно было только определить положение Спиди. Я следил за ним 2 часа и нанес результаты на карту». Донован достал из заднего кармана пожелтевший листок пергамента, оставшегося от неудачной первой экспедиции, и, швырнув его на стол, яростно прихлопнул ладонью. Пауэлл следил за ним, стоя поодаль и скрестив руки на груди. Донован нервно ткнул карандашом. «Этот красный крестик — Селеновое озеро». «Которое?» — прервал его Пауэлл. «Там было 3. Их все нанес для нас МакДугал перед тем, как отсюда улететь». «Я, конечно, послал Спиди к самому ближнему, 17 миль отсюда, но не в этом дело». Голос Донована дрожал от напряжения. «Вот эти точки обозначают положение Спиди». В первый раз за все время напускное спокойствие Пауэлла было нарушено. Он схватил карту. «Ты шутишь? Этого не может быть». «Смотри сам», — буркнул Донован. Точки, обозначавшие положение робота, образовывали неровную окружность, в центре которой находился красный крестик Селеновое озеро. Пальцы Пауэлла потянулись к усам, несомненный признак тревоги. Донован добавил. «За 2 часа, пока я за ним следил, он обошел это проклятое озеро 4 раза. Похоже на то, что он собирается кружиться там без конца. Понимаешь, в каком мы положении?» Пауэлл взглянул на него, но ничего не сказал. Конечно, он понимал, в каком они положении. Все было просто, как цепочка силлогизмов. От всей мощи чудовищного меркурианского Солнца их отделяли только батареи фотоэлементов. Фотоэлементы были почти полностью разрушены. Спасти положение мог только Селен. Селен мог достать только Спиди. Он не вернется, не будет Селена. Не будет Селена, не будет фотоэлементов. Не будет фотоэлементов. Что ж, медленное поджаривание. Один из самых неприятных видов смерти. Донован яростно взъерошил свою рыжую шевелюру и с горечью заметил. «Мы срамимся на всю Солнечную систему, Грег. Как это все сразу пошло к черту? Знаменитая бригада в составе Пауэлла и Донована послана на Меркурий, чтобы выяснить, стоит ли на солнечной стороне открывать рудники с новейшей техникой и роботами. И вот в первый же день мы все испортили. А дело ведь самое простое. Нам этого не пережить». «Об этом заботиться не приходится», — спокойно ответил Пауэлл. «Если мы срочно что-нибудь не предпримем, о переживаниях не может быть и речи. Мы просто не выживем».
«Не говори глупостей. Может быть, тебе и смешно, а мне нет. Послать нас сюда с одним единственным роботом — это просто преступление. Да еще твоя блестящая идея — самим починить фотоэлементы». «Ну, это ты напрасно. Мы же вместе решали. Ведь нам всего-то и нужно было килограмм селена, диэлектрическая установка Стилха, да и 3 часа времени. И по всей солнечной стороне стоят целые озера чистого селена. Спектрорефлектор МакДугала за 5 минут засек целых 3. Какого черта, мы же не могли ждать следующего противостояния?» «Так и что будем делать? Паул, ты что-то придумал?» «Я знаю, придумал, иначе бы ты не был таким спокойным. На героя ты похож не больше, чем я. Давай, выкладывай». «Сами пойти за Спиди мы не можем. Во всяком случае, здесь, на солнечной стороне. Даже новые скафандры не выдержат больше 20 минут под этим солнцем. Но знаешь старую поговорку? Пошли робота поймать робота. Слушай, Майк, дело может быть не так уж и плохо. У нас внизу есть целых 6 роботов. Если они исправны, можно воспользоваться ими». «Если только они исправны». В глазах Донована мелькнул проблеск надежды. 6 роботов первой экспедиции? А ты уверен? Может быть, это просто полуавтоматы? Ведь 10 лет — это очень много для робототехники». «Нет, это роботы. Я целый день с ними возился и теперь знаю. У них позитронный мозг, конечно, самый примитивный». Он сунул карту в карман. «Пойдем вниз». Роботы хранились в самом нижнем ярусе станции среди покрытых пылью ящиков неизвестно с чем. Они были очень большие, даже когда они сидели, их головы возвышались на добрых 2 метра. Донован присвистнул. «Вот это размерчик! Не меньше 3 метров в обхвате!» «Это потому, что они оборудованы старым приводом МакГэффа. Я заглянул внутрь, жуткое устройство». «Ты еще их не включал?» «Нет, а зачем? Вряд ли что-нибудь не в порядке. Даже диафрагмы выглядят прилично, они должны говорить». Он отвинтил щиток на груди ближайшего робота и вложил в отверстие 2-дюймовый шарик, в котором была заключена ничтожная искорка атомной энергии. Все, что требовалось, чтобы вдохнуть в робота жизнь. Шарик было довольно трудно приладить, но в конце концов Пауэллу это удалось. Потом он старательно укрепил щиток на месте и занялся следующим роботом. Донован сказал с беспокойством. «Они не двигаются?» «Нет команды», — коротко объяснил Пауэлл. Он вернулся к первому роботу и хлопнул его по броне. «Эй ты, ты меня слышишь?» Гигант медленно нагнул голову, и его глаза остановились на Пауэлле. Потом раздался хриплый, скрипучий голос, похожий на звуки древнего фонографа. «Да, хозяин». Пауэлл невесело усмехнулся. «Понял, Майк, это один из первых говорящих роботов. Тогда дело шло к тому, что применение роботов на Земле запретят. Но конструкторы пытались предотвратить это и заложили в дурацкие машины прочный, надежный инстинкт раба». «Но это не помогло», — заметил Донован. «Нет, конечно, но они все-таки старались». Он снова повернулся к роботу. «Ну-ка, встань!» Робот медленно поднялся, Донован задрал голову вверх и снова присвистнул. Пауэлл спросил. «Ты можешь выйти на поверхность, на солнце?» Наступила тишина, мозг робота работал медленно. Потом робот ответил. «Да, хозяин». «Хорошо. Ты знаешь, что такое миля?» Снова молчание и неторопливый ответ. «Да, хозяин». «Мы выведем тебя на поверхность и укажем направление. Ты пройдешь около 17 миль и где-то там встретишь другого робота поменьше. Понимаешь?» «Да, хозяин». «Тебе нужно найти этого робота и приказать ему вернуться. Если он не послушается, ты приведешь его силой». Донован дернул Пауэлла за рукав. «Почему бы не послать его прямо за селеном?» «Потому что мне нужен Спиди, понятно? Я хочу знать, что с ним стряслось». Повернувшись к роботу, он приказал. «Иди за мной». Робот не двинулся с места, и его голос громыхнул. «Прости, хозяин, но я не могу. Ты должен сначала сесть». Его неуклюжие руки со звоном соединились, тупые пальцы переплелись, образовав что-то вроде стремени. Пауэлл уставился на робота, теребя усы. «Ого!» Донован выпучил глаза. «Мы должны ехать на них, как на лошадях?» «Наверное. Правда, я не знаю, зачем это. Впрочем,
«Ну, конечно. Я же говорю, что тогда слишком увлекались безопасностью. Очевидно, конструкторы хотели всех убедить, что роботы совершенно безопасны. Получается, они не могут двигаться самостоятельно, а только с погонщиком на плечах. И что же нам делать?» «Я об этом и думаю», — проворчал Донован. «Мы все равно не можем появиться на поверхности с роботом или без». «О, Господи!» Он дважды возбужденно щелкнул пальцами. «Дай мне эту карту. Зря, что ли, я ее 2 часа изучал. Вот наша станция. А почему бы нам не воспользоваться туннелями?» Станция была помечена на карте кружком, от которого паутины разбегались черные пунктирные линии туннелей. Донован вгляделся в список условных обозначений. «Смотри», — сказал он, — «эти маленькие черные точки — выходы на поверхность. Один из них — самое большее в 3 милях от озера. Вот его номер. Они могли бы писать и покрупнее. 13А. Если бы только эти роботы знали дорогу». Пауэлл немедленно задал вопрос о дороге и получил в ответ вялое «Да, хозяин». «Иди за скафандрами», — удовлетворенно сказал он. Они впервые надевали скафандры. Еще вчера, когда они прибыли на Меркурий, они вообще не собирались этого делать. И теперь они неловко двигали руками и ногами, осваиваясь с неудобным одеянием. Скафандры были гораздо объемистее и еще безобразнее, чем обычные костюмы для космических полетов, зато они были гораздо легче. В них не было ни кусочка металла. Изготовленные из термоустойчивого пластика, прослоенные специально обработанной пробкой и снабженные устройством, удалявшим из воздуха всю влагу, эти скафандры могли противостоять нестерпимому сиянию меркурианского солнца целых 20 минут. Ну и еще 5-10 минут без непосредственной смертельной опасности для человека. Робот все еще держал руки стременем, он не выказал никаких признаков удивления при виде нелепой фигуры, в которую превратился Пауэлл. Радио хрипло разнесло голос Пауэлла. «Ты готов доставить нас к выходу 13А?» «Да, хозяин». «И то хорошо», — подумал Пауэлл. «Может быть, и не хватает дистанционного радиоуправления, но, по крайней мере, они хоть могут принимать команды». «Садись на любого, Майк», — сказал он Доновану. Он поставил ногу в импровизированное стремя и взобрался наверх. Сидеть было удобно. На спине у робота был, очевидно, специально устроенный горб, на каждом плече по углублению для ног. Теперь стало ясно и назначение ушей гиганта. Пауэлл взялся за уши и повернул голову робота. Тот неуклюже повернулся. «Начнем, Макдув». Но на самом деле Пауэллу было вовсе не до шуток. Шагая медленно, с механической точностью, гигантские роботы миновали дверь, косяк которой пришелся едва в полуметре над их головами, так что всадники поспешили пригнуться. Узкий коридор, под сводами которого мерно громыхали тяжелые и неторопливые шаги гигантов, привел их в шлюзовую камеру, где им пришлось подождать, пока будет выкачан воздух. Длинный безвоздушный туннель, уходивший вдаль, напомнил Пауэллу об огромной работе, проделанной первой экспедицией с ее убогим снаряжением. Да, она окончилась неудачей, но эта неудача стоила иного легкого успеха. Роботы шагали вперед, их скорость была неизменна, поступь равномерна. Пауэлл сказал: «Смотри, эти туннели освещены, и температура здесь как на Земле. Наверное, так было все эти 10 лет, пока здесь никто не жил. Каким же образом они этого добились? Дешевая энергия. Самая дешевая во всей Солнечной системе. Излучение Солнца здесь, на солнечной стороне Меркурия, это не шуточки. Вот почему они и построили станцию на открытом месте, а не в тени какой-нибудь горы. Это же огромный преобразователь энергии. Тепло преобразуется в электричество, свет, механическую работу и во все, что хочешь. И одновременно с получением энергии станция охлаждается. Слушай, это все очень поучительно, только давай поговорим о чем-нибудь другом. Ведь всем преобразованием энергии занимаются фотоэлементы, а это сейчас мое больное место». Пауэлл что-то проворчал, и когда Донован снова заговорил, разговор потек по другому руслу. «Послушай, Грег, все-таки что могло случиться со Спиди? Никак не могу этого понять». В скафандре трудно пожать плечами, но Пауэллу это удалось. «Не знаю, Майк, ведь он полностью приспособлен к условиям Меркурия. Жара ему не страшна,
Он рассчитан на уменьшенную силу тяжести, может двигаться по пересеченной местности. Все предусмотрено. По крайней мере, должно быть предусмотрено. Они замолчали, на этот раз надолго. Хозяин, мы на месте. А? Ну, давай выбираться наверх, на поверхность. Очнулся Пауэлл. Они оказались в небольшом павильоне, пустом, лишенном воздуха, полуразрушенном. Донован зажег фонарь и долго разглядывал рваные края дыры в верхней части одной из стен. «Метеорит? Как ты думаешь? Какая разница? Неважно, пойдем». Пожал плечами Пауэлл. Поднимавшаяся рядом черная базальтовая скала защищала их от солнца, вокруг все было погружено в черную тень безвоздушного мира. Тень обрывалась, как будто обрезанная ножом, и дальше начиналось нестерпимое белое сияние мириад кристаллов, покрывавших почву. «Вот это да! Клянусь космосом, прямо как снег!» У Донована захватило дух от удивления. Действительно, это было похоже на снег. Пауэлл окинул взглядом сверкающую неровную поверхность, которая простиралась до самого горизонта, и поморщился от режущего глаза блеска. «Это какое-то необычное место. В среднем коэффициент отражения по поверхности Меркурия довольно низкий, и почти вся планета покрыта серой пемзой. Что-то вроде Луны. А красиво, правда?» Хорошо, что скафандры были снабжены светофильтрами. Красиво или нет, но незащищенные глаза были бы за полминуты ослеплены этим сверканием. Донован посмотрел на термометр, укрепленный на запястье скафандра. Пауэлл тоже взглянул на термометр и сказал. «Да, многовато. Ничего не поделаешь, атмосфера. На Меркурии? Ты спятил?» «Да нет, ведь и на Меркурии есть кое-какая атмосфера». Рассеянно ответил Пауэлл, пытаясь неуклюжими пальцами скафандра приладить к своему шлему стереотрубу. «У поверхности должен стелиться тонкий слой паров. Летучие элементы, тяжелые соединения, которые может удержать притяжение Меркурия. Селен, йод, ртуть, галлий, калий, висмут, летучие оксиды. Пары попадают в тень и конденсируются, выделяя тепло. Это что-то вроде гигантского перегонного куба. Зажги фонарь и увидишь, что скала с этой стороны покрыта каким-нибудь серным инеем или ртутной росой. Но это не важно. Какие-то жалкие 80 градусов. Наши скафандры выдержат сколько угодно». Пауэлл, наконец, приладил стереотрубу и теперь стал похож на улитку с рожками. Донован напряженно ждал. «Видишь что-нибудь?» Пауэлл ответил не сразу. Его голос был полон тревоги. «Вон, на горизонте темное пятно. Это, скорее всего, Селеновое озеро. Оно тут и должно быть. А Спиди что-то не видно». Пауэлл забрался на плечи робота и осторожно выпрямился, расставив ноги и вглядываясь вдаль. «Постой. Ну да, это он. Идет сюда». Донован вгляделся в ту сторону, куда указывал палец Пауэлла. У него не было стереотрубы, но он разглядел маленькую движущуюся точку, которая чернела на фоне ослепительного сверкания кристаллов. «Вижу! Поехали!» — заорал он. Пауэлл снова уселся на плечи робота и хлопнул перчаткой по его гигантской груди. «Пошел. Давай, давай!» — вопил Донован, пришпоривая своего робота пятками. Роботы тронулись, их мерный топот не был слышен в безвоздушном пространстве, а через синтетическую ткань скафандра звук тоже не передавался. Чувствовались только ритмичные колебания. «Быстрее!» — закричал Донован, ритм не изменился. Пауэлл ответил. «Бесполезно. Этот железный лом может двигаться только с одной скоростью. Или, по-твоему, они оборудованы селективными флексорами?» Они вырвались из тени. Свет солнца обрушился на них раскаленным потоком. Донван невольно пригнулся. «Ух, это мне кажется или на самом деле жарко? Скоро будет еще жарче. Смотри, спите». Робот СПД-13 уже был близко. Его можно было рассмотреть во всех деталях. Его грациозное обтекаемое тело, отбрасывавшее слепящие блики, легко и быстро передвигалось по неровной земле. Его имя, Спиди, проворный, было, конечно, образовано из букв, составляющих его марку, но оно очень подходило ему. Модель СПД была одним из самых быстрых роботов, которые когда-либо выпускались фирмой US Robots.
Донован завопил, отчаянно махая руками. «Эй, Спиди! Спиди, иди сюда!» — закричал Пауэлл. Расстояние между людьми и свихнувшимся роботом быстро уменьшалось, больше усилиями Спиди, чем благодаря медлительной походке устаревших за 10 лет службы устройств, на которых восседали Пауэлл и Донован. Они уже были достаточно близко, чтобы заметить, что походка Спиди была какой-то неровной. Робот заметно пошатывался на ходу из стороны в сторону. Пауэлл замахал рукой и увеличил до предела усиление в своем компактном, встроенном в шлем радиопередатчике, готовясь крикнуть еще раз. В этот момент Спиди их заметил. Он остановился как вкопанный и стоял некоторое время, чуть покачиваясь, как будто от легкого ветерка. Пауэлл закричал. «Все в порядке, Спиди, иди сюда!» В наушниках впервые послышался голос робота. Повернувшись кругом, он помчался обратно с такой скоростью, что из-под его ног взлетали комки спекшейся пыли. Последние слова, которые он произнес, удаляясь, были: «Растет цветочек маленький под дубом вековым». За этим последовали странные металлические щелчки, которые, возможно, у робота соответствовали и коте. Донован тихо сказал: «Откуда он взял какие-то дикие стихи? Слушай, Грег, он же пьяный, или что-то в этом роде. Если бы ты мне этого не сообщил, я бы, наверное, никогда не догадался». Последовал ехидный ответ. «Давай вернемся в тень, я уже поджариваюсь». Напряженное молчание нарушил Пауэлл. «Прежде всего, Спиди не пьян. Он ведь робот, а роботы не пьянеют. Но с ним что-то неладное. И это то же самое, что для человека опьянение. Мне кажется, он пьян. Во всяком случае, он думает, что мы с ним играем. А нам не до игрушек. Это дело жизни или смерти, и смерти довольно-таки неприятной. Ладно, не спеши. Робот — это всего только робот. Как только мы узнаем, что с ним, мы его починим. Как только...» Желчно возразил Донован, Пауэлл не обратил на это внимания. «Спиди прекрасно приспособлен к обычным условиям Меркурия. Но эта местность... она явно необычна. Вот в чем дело. Откуда, например, взялись эти кристаллы? Они могли образоваться из медленно остывающей жидкости. Но какая жидкость настолько горяча, чтобы остывать под солнцем Меркурия? Вулканические явления устами младенца. Слушай, Майк, а что ты сказал Спиди, когда посылал его за селеном? Ну, не знаю, я просто велел принести селен. Это ясно, но как? Попробуй точно припомнить. Я сказал... Постой, я сказал... Спиди, нам нужен селен. Ты найдешь его там-то и там-то. Пойди и принеси. Вот и все. Что же еще должен был сказать? А ты не говорил, что это очень важно, срочно? Зачем? Дело-то простое. Да, теперь уже ничего не изменишь. Но мы попали в переделку». Пауэлл слез со своего робота и сел, прислонившись спиной к скале. Донован подсел к нему и взял под руку. За гранью тени слепящее солнце, казалось, поджидало их, как кошка-мышь. А рядом стояли два гигантских робота, невидимые в темноте, только светившиеся тусклым красным светом фотоэлектрические глаза смотрели на них, не мигающие, неподвижные, равнодушные. Равнодушные, такие же, как и весь этот гибельный Меркурий, маленький, но коварный. Донован услышал напряженный голос Пауэлла. «Теперь слушай. Начнем с трех основных законов робототехники. Трех правил, которые прочно закреплены в позитронном мозгу. Первое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Правильно? Второе. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат первому закону. Верно? И третье. Робот должен заботиться о своей безопасности, насколько это не противоречит первому и второму законам. Верно? Ну и что? Так это же все объясняет. Когда эти законы вступают в противоречие между собой, дело решает разность позитронных потенциалов в мозгу.
Что получается, если робот приближается к месту, где ему грозит опасность и сознает это? Потенциал, который создается третьим законом, автоматически заставляет его вернуться. Но представь себе, что ты приказал ему приблизиться к опасному месту. В этом случае второй закон создает противоположный потенциал, который выше первого. И робот выполняет приказ с риском для собственного существования. Это я знаю, но что отсюда следует? Что могло случиться со Спиди? Это одна из последних моделей, специализированная, дорогая, как линкор. Он сделан так, чтобы его нелегко было уничтожить. Ну и при его программировании третий закон был задан особенно строго. Кстати, это специально отмечалось в проспектах. Его стремление избежать опасности необыкновенно сильно. А когда ты послал его за Селеном, то дал команду небрежно, между прочим, так, что потенциал, связанный со вторым законом, был довольно слаб. Это все факты. Давай, кажется, я начинаю понимать. Понимаешь? Около Селенового озера существует какая-то опасность. Она возрастает по мере того, как робот приближается. И на каком-то расстоянии от озера потенциал третьего закона с самого начала очень высокий и становится в точности равен потенциалу второго закона с самого начала слабого. Донован возбужденно вскочил на ноги. Ясно. Устанавливается равновесие. Третий закон гонит его назад, а второй снова вперед. И он начинает кружить около озера, оставаясь на линии, где существует это равновесие. И если мы ничего не предпримем, он так и будет бегать по этому кругу, как в хороводе. Он продолжал задумчиво. И поэтому, между прочим, он и ведет себя как пьяный. При равновесии потенциалов половина позитронных цепей в мозгу не работает. Я не специалист по позитронике, но это очевидно. Возможно, он потерял контроль как раз над теми же частями своего волевого механизма, что и пьяный человек. А вообще все это очень мило. Но откуда взялась опасность? Если бы знать, от чего он бегает... Да ведь ты сам уже догадался. Вулканические явления. Где-то около озера просачиваются газы из недр Меркурия. Сернокислый газ, углекислота и окись углерода. Довольно много окиси углерода. А при здешних температурах... Донован проглотил слюну. Окись углерода плюс железо дает летучий карбонил железа. А робот — это в основном железо. Люблю логические рассуждения. Мы уже все выяснили, кроме того, что теперь делать. Сами добраться до Селены мы не можем, все-таки слишком далеко. Мы не можем послать этих жеребцов, потому что они без нас не пойдут. А если мы поедем с ними, то успеем хорошенько подрумяниться. Поймать Спиди мы тоже не можем, этот дурень думает, что мы с ним играем. А скорость у него миль 60 в час против наших 4. Но если один из нас пойдет и вернется поджаренным, то ведь останется другой. Ну да, это будет очень трогательная жертва. Только прежде чем человек доберется до озера, он уже будет не в состоянии отдать приказ. А роботы вряд ли вернутся без приказания. Прикинь, мы в 2 или 3 милях от озера, ну, считай, в 2. Робот делает 4 мили в час, а в скафандрах мы можем продержаться не больше 20. Имея в виду, что тут дело не только в жаре. Солнечное излучение в ультрафиолете и дальше — это тоже смерть. Да, не хватает каких-то 10 минут. Для нас все равно 10 минут или целой вечности. И еще, чтобы потенциал третьего закона остановил Спиди на таком расстоянии, здесь должно быть довольно много окиси углерода в атмосфере паров металлов. И поэтому должна быть заметная коррозия. Он гуляет уже там несколько часов. В любой момент, скажем, коленный сустав может выйти из строя, и он перевернется. Тут нужно не просто шевелить мозгами, нужно быстро решать. Глубокое, мрачное, унылое молчание. Первым заговорил Донован. Его голос дрожал, но он старался говорить бесстрастно. «Ну хорошо, мы не можем увеличить потенциал второго закона новой командой. А нельзя ли попробовать с другого конца? Если мы увеличим опасность, то увеличится потенциал третьего закона, и тогда мы отгоним его назад». Пауэлл молча повернул к нему окошко своего шлема.
Донован осторожно продолжал. «Послушай, все, что нам нужно, чтобы отогнать его, это повысить концентрацию окиси углерода. А на станции есть целая аналитическая лаборатория. Естественно, это же станция-рудник, верно? А там должно быть порядочно щавелевой кислоты для осаждения кальция. Майк, клянусь космосом, ты гений. Более или менее. Я просто вспомнил, что щавелевая кислота при нагревании разлагается на углекислый газ, воду и добрую старую окись углерода. Элементарный институтский курс химии». Пауэлл вскочил и хлопнул гигантского робота по ноге. «Эй, ты умеешь бросать?» — крикнул он. «Что бросать, хозяин?» «Неважно». Пауэлл обругал про себя тяжелодумного робота и схватил обломок скалы величиной с кирпич. «Возьми и попади в гроздь голубых кристаллов вон за той кривой трещиной. Видишь?» Донован дернул его за руку. «Слишком далеко, Грег, это же почти полмили. Спокойно, вспомни о силе тяжести на Меркурии. А рука у него стальная. Смотри». Глаза робота измеряли дистанцию с точностью машины. Он прикинул вес камня и замахнулся. В темноте его движения были плохо видны, но когда он переступил с ноги на ногу, можно было почувствовать заметное сотрясание почвы. Камень черной точкой вылетел за пределы тени, его полету не мешало ни сопротивление воздуха, ни ветер, и когда он упал, осколки голубых кристаллов разлетелись из самого центра грозди. Пауэлл радостно завопил. «Поехали за кислотой, Майк!» Когда они въехали в разрушенный павильон, Донован мрачно сказал. «Спиди болтается на нашей стороне озера с тех пор, как мы за ним погнались, ты заметил? Да, наверное, хочет поиграть с нами. Ну, я ему поиграю». Они вернулись через несколько часов с трехлитровыми банками белого порошка и с вытянувшимися лицами. Фотоэлементы разрушались еще быстрее, чем они думали. Они вывели своих роботов на солнце и молча, сосредоточенно и мрачно направились к Спиди. Спиди не спеша запрыгал к ним. «Вот и мы! Ура! Вышел месяц из тумана и не ударил лицом в грязь!» «Я тебе покажу грязь. Смотри, Грег, он хромает. Вижу. Если мы не поторопимся, эта окись доконает его». Теперь они приближались медленно, почти крадучись, чтобы не спугнуть полоумного робота. Они были еще довольно далеко, но Пауэлл уже мог бы поклясться, что Спиди приготовился пуститься на утек. «Давай, считаю до трех. Раз, два...» — прохрипел он. Две стальные руки одновременно выбросились вперед, и две стеклянные банки полетели параллельными дугами, сверкая как бриллианты под невозможным светом. Они бесшумно разбились вдребезги, и позади Спиди поднялось облачко щавелевой кислоты. Пауэлл знал, что на ярком меркурианском солнце она бурлит, как газированная вода. Спиди медленно повернулся, потом попятился и также медленно начал набирать скорость. Через 15 секунд он уже неуверенными прыжками двигался в сторону людей. Пауэлл не расслышал, что говорил при этом робот, но ему послышалось что-то вроде «не клянись, слов любви не говори». Пауэлл повернулся к Доновану. «Под скалу, Майк. Он вышел из этой колеи и теперь будет слушаться. Мне уже становится жарко». Они затрусили в тень на спинах своих медлительных гигантов, только когда они почувствовали вокруг себя приятную прохладу, Донован обернулся. Пауэлл посмотрел назад и чуть не вскрикнул. Спиди медленно, очень медленно удалялся. Он снова входил в свою круговую колею, постепенно набирая скорость. В стереотрубу казалось, что он очень близко, но он был недосягаем. «Догнать его!» — закричал Донован и пустил робота, но Пауэлл остановил его. «Ты его не поймаешь, Майк. Это бесполезно». Он сжал кулаки, чувствуя свою полную беспомощность. «Почему я это понял только через 5 секунд после того, как все произошло? Майк, мы зря потеряли время. Нужно еще кислоты. Концентрация была слишком мала. Да нет, тут не помогли бы и 7 тонн. А если бы у нас и было столько кислоты, мы бы все равно не успели ее привезти. Коррозия съест его.
Неужели ты не понял, Майк? Нет. Мы просто установили новое равновесие. Когда становится больше окиси углерода и потенциал третьего закона увеличивается, он просто пятится, пока снова не наступит равновесие. А потом, когда окись углерода улетучивается, опять двигается вперед. В голосе Пауэлла звучало отчаяние. Это все тот же хоровод. Мы можем тянуть за третий закон и тащить за второй, и все равно ничего не изменится. Только положение равновесия будет перемещаться. Нужно выйти за пределы этих законов. Он развернул своего робота лицом к Доновану, так что они сидели друг против друга. Смутные тени в темноте. И прошептал... Поехали на станцию. Подождем, пока фотоэлементы выгорят окончательно. Пожмем друг другу руки, примем цианид и умрем, как подобает джентльменам. Он коротко усмехнулся. Майк, мы должны вернуть Спиди. Я знаю. Майк, есть еще первый закон, я об этом уже думал. Но это крайнее средство. Донован взглянул на него, и его голос оживился. Самое время для крайнего средства. Ладно. По первому закону робот не может допустить, чтобы из-за его бездействия человеку грозила опасность. Тут уже ни второй, ни третий законы его не остановят. Не могут, Майк. Даже когда робот полоумный, он же пьян. Конечно, риск есть. Хорошо, и что ты предлагаешь? Я сейчас выйду на солнце и посмотрю, как будет действовать первый закон. Если и он не нарушит равновесие, то какого черта? Тогда все равно, или сейчас, или через 3-4 дня. Погоди, Грег, есть еще законы человеческие. Ты не имеешь права просто так взять и пойти. Давай разыграем, чтобы все было по-честному. Ладно, кто первый возведет 14 в куб? 2744. Донован почувствовал, как робот Пауэлла, проходя мимо него, задел его робота. Через секунду Пауэлл уже был за пределами тени. Донован раскрыл рот, чтобы крикнуть, но удержался. Конечно, этот идиот подсчитал куб 14 заранее, нарочно. Очень на него похоже. Солнце было особенно горячее, и Пауэлл почувствовал, что у него страшно зачесалась поясница. Наверное, воображение. А может быть, жесткое излучение уже проникает даже сквозь скафандр. Спиди следил за ним, на этот раз не приветствуя его никакими дурацкими стихами. Спасибо и на том, но нельзя подходить к нему слишком близко. До Спиди оставалось еще 300 метров, когда тот начал шаг за шагом осторожно пятиться назад. Пауэлл остановил своего робота и спрыгнул на землю, покрытую кристаллами, во все стороны полетели осколки. Почва была рыхлая, кристаллы скользили под ногами. Идти при уменьшенной силе тяжести было тяжело. Подошвы жгло, он оглянулся через плечо и увидел, что ушел уже слишком далеко, чтобы успеть вернуться в тень. Ни сам, ни с помощью своего неуклюжего робота. Теперь или Спиди, или конец. У него перехватило горло. «Хватит». Пауэлл остановился. «Спиди! Спиди!» — позвал он. Сверкающий современный робот впереди, помедлив, остановился, потом попятился снова. Пауэлл попробовал вложить в свой голос как можно больше мольбы и обнаружил, что для этого не требовалось особого труда. «Спиди, я должен вернуться в тень, иначе солнце убьет меня. Это дело жизни или смерти. Спиди, помоги! Помоги мне, Спиди!» Робот сделал шаг вперед и остановился. Он заговорил, но, услышав его, Пауэлл застонал. Робот произнес: «Если ты лежишь больной, если завтра выходной...» Настоящее пекло. Уголком глаза Пауэлл заметил какое-то движение, резко повернулся и застыл в изумлении. Чудовищный робот, на котором он ехал, двигался. Двигался к нему... Без всадника. Робот заговорил. «Простите меня, хозяин,
Я не должен двигаться без хозяина, но вам грозит опасность». «Ну, конечно. Потенциал первого закона превыше всего. Но ему не нужна эта древняя развалина, ему нужен Спиди». Он сделал несколько шагов в сторону и отчаянно закричал. «Я запрещаю тебе подходить. Приказываю остановиться». Это было бесполезно. Нельзя бороться с потенциалом первого закона. Робот тупо повторил. «Вам грозит опасность, хозяин». Пауэлл в отчаянии огляделся. Он уже неотчетливо видел предметы. В его мозгу крутился раскаленный вихрь. Собственное дыхание обжигало его, и все кругом дрожало в неясном мареве. Он в последний раз закричал. «Спиди, я умираю, черт тебя побери! Где ты, Спиди? Помоги!» Он все еще пятился в слепом стремлении уйти от непрошенного гигантского робота, когда почувствовал на своей руке стальные пальцы и услышал озабоченный, виноватый голос металлического тембра. «Господи, Пауэлл, что вы тут делаете? И что ж я смотрел? Я как-то растерялся». «Неважно. Неси меня в тень скалы и поскорее». Слабо пробормотал Пауэлл. Он почувствовал, что его поднимают в воздух и быстро несут, последний раз ощутил палящий жар и потерял сознание. Проснувшись, он увидел, что над ним заботливо наклонился улыбающийся Донован. «Ну как, Грег?» «Просто великолепно», — ответил он. «Где Спиди?» «Здесь. Я посылал его к другому селеновому озеру, на этот раз с приказом добыть селен во что бы то ни стало. Он принес его через 42 минуты и 3 секунды. Я засек время. Он все еще не кончил извиняться за этот хоровод. Он даже не решается подойти к тебе, боится, что ты скажешь». «Тащи его сюда», — распорядился Пауэлл. «Он не виноват». Пауэлл протянул руку и крепко пожал металлическую лапу Спиди. «Все в порядке, Спиди. Знаешь, Майк, что я подумал?» «Да?» Пауэлл потер лицо, воздух был восхитительно прохладен. «Знаешь, когда мы здесь все закончим, и Спиди пройдет полевые испытания, они хотят послать нас на межпланетную станцию». «Не может быть». «Да, по крайней мере, так сказала тетка Келвин перед тем, как мы отправились сюда. Я ничего об этом не говорил, потому что собирался протестовать против этой идеи». «Протестовать?» — воскликнул Донован. «Но я знаю. Теперь все в порядке. Представляешь, 273 градуса ниже нуля. Ну разве это не рай?» «Межпланетная станция», — произнес Донован. «Ну что ж, я готов»,